Всем привет, друзья! Продолжаем наши летсплеи по игре Darkest Dungeon. В прошлый раз не шибко у нас хорошо все прошло, к сожалению, но что поделаешь. Так, давайте посмотрим. Вот нет у нас опять монашек, так что придется Арвен расхлебывать в очередной раз. И давайте посмотрим, что у нас у кузнеца. Арвен пока нету. Ну, все остальные уже, в принципе, улучшены. Так, и я сейчас, по-моему, коплю на вот эту штуку. Да, на эту. Ну ладно, давайте пойдем вперед, посмотрим, что у нас тут есть. Давайте вот это пойдем. Так, берем тебя. Так, давайте Бинка возьмем и Егоруса. Так, Так, вот что у нас тут? Ой, вот этот удар кинжа, он не шибко нравится, честно говоря. Так, финал, это неинтересно. Да. Ну, получается, у него вот эти два удара будут. Ну и ладно, бог с ним, пусть они и будут. Так, идем за припасами. Как всегда, лопату, ключ и еду. Факелы не берем. Давайте погнали. Надеюсь, хоть в этот раз получится пройти до конца. Потому что неприятно так вот, что не получается никак до конца дойти. Надо хоть раз попробовать. За прошлый раз не вышло. Так, ух ты, как разведка хорошо сработала. Так. Так, давайте сюда сходим. Отличненько. Так, ух ты, ёшкин кот, какие вы красавцы. Так, кровотечение 20, ну давайте вот этого товарища. Есть, наложилось кровотечение. Так, давайте вот на этого здоровяка. А, 25 оглушения. Их ты сопротивляется. Так. Ну, давайте вот по этому ударим. Есть. Маловато, конечно, да ладно. Так, и надрез давайте попробуем. Или знаете что, слепящий газ. Завязаем. Вот, на этих. Во, отличненько, оглушились. Так. Так, отличненько, уклонилась. Так. И... Ну ладно, в принципе нормально. Так, ну от яда мы сейчас вылечим. Так, этого мы вот... Ух, туда же кританула, отличненько. Так. Так, давай. Ух ты, ешкин, вот это неприятно, ну да ладно. А то хоть... вот это неприятно. В самом начале паранойю заработать. Да. Еще и глист. Так, перестановка. Тоже неприятно. Да. Ну ладно, надо вот этого здоровяка вывести из игры как можно скорее.
Так, не, давайте-ка поменяемся-ка мы местами. Давай. Ух ты, отличненько. Кританула. Так, ну хорошо. Яд наложился. Ой. Серьезно. Да, еще и промах. Так, давай, ладно, тебя добьем. Так, отличненько. Так, подхилимся. Ну опять. Бедный чумной доктор. Ну, подхилим его. Так. На тебе. И добивай. Все. О, ключик выпал. Да, знать бы, что выпадет ключик. Так. Все, вылечились. Значит, как поедим. И вперед. Так, сейчас тут будет боестолкновение у нас. Отличненько. Так, вот эту. Так, если сейчас не придет у нас монашка в следующий заход, то останусь опять я без хилов на следующий раз, что очень неприятно. Так, отличненько. Ух ты, как хорошо десяточку снесло. Сейчас опять отравление. Ну, ну нормально. Так, отличненько. Так. И добиваем. О, аж на два. Так. Ой! А нет, все нормально. О! Отличненько. Так, ценности. Так, ой. Так. Давайте попробуем вот этого товарища слепануть. Здесь пацан должен оглушиться. Да, отличненько. Так, тебя мы сейчас... Ага. Тебе тоже надрез сделаем. Ах, ты сопротивляется. Ну, давай добьем. Есть. Так, ну ладно. Неприятно. Так. А, ну, Варбе, ну что же ты? Так, ну главное, ничем не заразили. Так, отличненько. А чё они два раза подряд-то ходят, я не могу понять. Ой, ну что ты будешь делать? А, ну, подхиляем. Так, добиваем. На. А, ладно, так, да, заднего. Неприятно. Я оглушил. Да. Ух, ёшкин кот. Это очень неприятно. Так, умирай.
Давай, давай, давай. Ай, ладно. Ох, отличненько. Так, и что это такое? Да. Ну ладно. Ну идем обратно, что? Что еще делать? Что еще делать, кроме как идти обратно? Так, и вот так вот, наверное, пойдем по кругу. Да, давайте. Ешьте. Так. Так, ловушка. Давайте посмотрим, у кого тут самый большой процент. У тебя. Отличненько. Так, тут у нас коробочка. Ой-ой. Да, и что ж ты будешь делать? Ну, отлично, хоть сопротивляется. Так, ну а тут у нас что? Ничего. Отличненько. Так, тут у нас опять ловушка. Отличненько. Так, а вот там будет уже боестолкновение у нас. Да, что ж такое-то? Неприятно. Так, порося. Да, ёшкин кот, понос, зашибись. Ладно. Так. Да, ёлы-палы. Добил, блин. Да блин, они своими болезнями задолбали уже. Да. Конец. Да что ж ты все уклоняешься-то? Ну, хотя бы так. Так, ну. Отличненько. О, неплохо, неплохо. Так, ну идем наверх тогда. Так, здесь у нас очередной бой. О, паучки. Паучки. Так, ну давай по этому паучку. Является зараза. Так. Отличненько. Ух ты, ёлы-палы, еще и кританул.
Да что ты будешь делать? Так, ну идем сюда, что еще остается. Ну, отличненько. О, вообще ловушка. Так, вот это мне уже не нравится. Ну, прошли, но, конечно, так, на волоске. На волоске. Али, ключи не понадобились. Ну, тут охотник проходит. 8 тысяч. Ну, всего остального неплохо. Давайте посмотрим, что там. Держимость убийцами. Так. Ну, ладно. Не. Ну, нормально. Хотя бы хоть что-то положительное. Да, ну, конечно, болезни нахватали. Пусть идет лечиться. Ну, давайте посмотрим, что у нас в дилижансе. Есть. Новая пришла. Отличненько. Отдаем Фрейна. Так, что у нее есть? Осуждение, Божья милость. Так, вот Божье утешение надо учить. Надо учить. Так. Ну что? Так. Вот это мы уберем. Так. Ну и вот так вот пока оставим, бог с ним, я все равно этим слепящим светом практически не пользуюсь. Так, а в кузнице тебе тоже пока нельзя ничего улучшать, да? Так, уже иди, лечись. Ух, ёлопало, да. Еще лечиться и лечиться. Так, ну что у нас тут? Так, надо бы место добавить. Так, и отправить Бинка тоже. Глист. Так, а что у нас тут? Так, давайте посмотрим, что у нас у Вовуса. Ну, то, что снимает стресс, только молитва, это бог с ним, капри. Ладно.
Отстой. Надо сейчас этого вылечить. Да. Так, что у нас выпало? Угу, скорость. Ну-ка, разбойник, да. Можно продать. Почему нет? Вот так вот. Так, ну ладно. Так, а в гильдии там нужно 38 и 15. Ну, ладно, нормально. Нормально. Так. Ну, погнали тогда. А что у нас цыганское? А, больше заданий нужно выполнить. Ясно. Давайте еще один бой. Так. О, разведка. Отличненько. Так. А, давайте в бухту сводим. Так. Ну, давайте нового возьмем. Так. О, ладно, бог с тобой. Сходим так. Возьму-то столока. Вот. Ну, а волос, да, на следующий раз. Так, давайте тогда берем вот, еду, берем ключик, даже если понадобится, берем лопату и вперед. Давайте посмотрим, что из всего из этого получится. Ну, по крайней мере, один бой мы уже, вернее, одно подземелье мы нормально зачистили. Ой, какое интересное. Ну ладно. Так, придется походить туда-сюда. Да, разведка не сработала. Что, идем? Да. Он отлично уклонился. О, отличненько. О, так. Ага, значит, тут сейчас боестолкновение будет. За сундучок. Ой, как я ненавижу этих ребят. Так, ну давайте. Есть. О, и на 12 похилял, офигеть. Так. Давайте вот этих ребят. Нужно травить как можно быстрее. Так, это неприятно. Так, давайте вот этого глушанем. Так, и сами подхиляемся. Ой, хорошо. О, отличненько. А вот это неприятно. Да ёлы-палы, в самом первом же бою. Это неприятно, отличненько. Так, давайте вот на это. О, отличненько. Сопротивляется, зараза. Ну, в принципе, тут оглушения смысла нет. Да ёлы-палы. Отличненько. Отличненько. Так, сопротивляется. Так, добили. И добили. Ух ты. По красоте. Так, и ключик. О, ой, ключик внутри. Отличненько.
Так, ну идем наверх. Тут никаких бойс. О, не-не-не-не-не-не, я такие штуки открывать не буду. Ну его нафиг. Вот. Там вылезет какая-нибудь шняга. Был уже случай. Так. Так, тут сейчас будет боестолкновение у нас. О, бандюганы. Да мы их даже врасплох застали. Как всегда, стрелков нужно в первую очередь. Отличненько. Ох, ты хорош, 18 крит. Так, ну ладно, уехал. Не так сильно, на самом деле. А вот это уже неприятно. Вот это уже было неприятно. Так. Вовус. Вот. Блин. Это не шепка. На тебе. Так, а у меня бинтов нет, ёлки-палки. Есть. Лишненько. Ну чё, попробуем. О, отличненько. Так, теперь, значит, о, разведка сработала, ну-ка. О, значит, пойдем сюда сходим. Да, давайте, поешьте. Так. И тут пусто. Так, ну идем обратно. Так, а там ловушечка у нас. Там у нас... А, почему? Да. Еще раз трусость. Да что ж такое-то? Неприятно, неприятно. Ну что поделать. Так, ну давайте дальше. Пойдем сюда и вниз тогда. Так. Угу, вот, не взял с собой, не зря с собой лопату взял. Опять у нас голод случился. Так, давай ты. Ну, ничего не... Ну, главное, что ничего отрицательного не нашлось. И то хорошо. Так, и... Так, ага. Не, знаете-ка что, давайте лучше наверх сходим. Да, ёлки-палки. Да, неприятно. Так, да что ж такое-то? Так. Мне что-то как-то не больно охота сейчас. Так, давайте пожрём, пожалуй. Вот. И вниз.
И сейчас тут будет боестолкновение. Ой, опять эта улитка. Опять эта чертова улитка. Давай. Да блин. Ты чё? Ай. Ух, ёшкин кот, вот это неприятно. Вот это было неприятно. Какие-то они злые, слушайте. На тебе, улитка. О, нифига себе! Есть, умри, улитка. А не-не-не, не надо. Да ёлы-палы. Так, знаете-ка чё? Знаете-ка глушанём, товарища. Так, хиляйся хотя бы на пятерочку. Да вы издеваетесь. Они же злые прям совсем. Да. Есть, давай. Да блин, сопротивляется. Есть, хоть одного завалили. Да опять пропуск. Да. Неприятный момент. Так. Хотя бы так, господи. Все. Уф. Да, все, жатва закончилась. Ничего тут нет. Так. Так, ну что, я надеюсь, это будет последняя комната. Есть. Фу! Сейчас все, возвращаемся в город. Не пойду я на последнего босса. Да, не так много заработали на самом деле. Ну, что поделать. Да. Сильно жарко от алкоголя. Да. Уф, уф. Да. Жестко, жестко, друзья. Ну ладно, друзья, буду на этом тогда сегодня закругляться. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Следите за трансляциями на Твиче. И обязательно вступайте в группу ВКонтакте.